Они у очень многих семей сохранились, но никто не знает, откуда они, потому что бабушки говорили, что они у них турецкие, иранские, но, видимо, им говорили так мужья. На самом деле они производились где-то в России. Конечно, нашим бабушкам хотелось похвастаться друг перед другом заморскими нарядами. Такую рипсовую шаль у Сылемки носили по праздникам. На каком именно заводе ткали эту красоту, методисту этнокультурного центра, представительнице коми народа Полине Валей, еще предстоит выяснить. Насколько мне известно, ее передали, соответственно, моей бабушке двоюродной. Двоюродной бабушке передала ее бабушка, а уже той бабушке передала ее мама. Это, соответственно, ну, с моей пра-пра-пра-бабушки. И если верить источникам, то ей уже примерно 150 лет. Роскошную шаль, блузку и юбку. Такой необычный для современной девушки исторический подарок Полина получила в этом году во время командировки в Каратайку. Его передала по наследству двоюродная бабушка. И как она говорила, что это... Ну, мне уже рассказывали, потому что ее не стало, когда мне было 2 года. Она рассказывала своим внучкам, что это очень дорогая ткань, ну, очень дорогая ткань, и что нужно очень бережно относиться к этой рубашке, когда она им передастся по наследству. И поэтому вот даже сейчас я не могу ее постирать, потому что мне страшно, что вдруг она посыпется, все-таки уже 50 лет вещи. Подарок девушка бережет, носит только по праздникам и особым случаям. Впрочем, как ее коллега Светлана Вокуева. Решила мама сделать мне такой подарок со своей старшей сестрой. Они сшили для меня эту наичку. Это, получается, канинская повседневная наичка. И сейчас мама мне шьет уже канинскую праздничную наичку. Но у нас отличается от малоземельских и большоземельских тем, что у них узоры идут именно на ночах, это летняя ненецкая одежда, а у нас идут полоски. Любовь к своим традициям в семье Вокуевых прививают с детства. У меня есть дочь, ей 7 лет. Она очень любит малицу. То есть мы с малечка, как она у нас родилась, мама ей сделала малицу. То есть ребенок у меня ходил в малице, и до сих пор она ходит зимой в малице. То есть это ее, никакие костюмы ей не нужны вообще в принципе. Она готова даже в садик идти в малице. Совсем скоро Светлана и ее дочка смогут надеть наряды. 7 августа по всему округу будет проходить акция «Свой среди своих», посвященная Международному дню коренных народов мира. Самое главное, конечно, цель нашей акции – это почувствовать красоту, да, и вот как бы тепло традиционного костюма на себе. Мы не предлагаем одевать любой костюм, именно костюм своего рода, своего народа. Акция у нас заключается в том, что человек одевает утром костюм, выходит в нем на работу или по каким-то своим делам, фотографируется в течение дня, выкладывает фотографии в соцсети. По условиям акции необходимо сделать фото на рабочем месте, на улице или в другой обстановке и опубликовать его в социальных сетях с хэштегами «Свой среди своих НАУ», «Свой среди своих Россия», «Наринмар», «Ненецкий АО». Сотрудники обещают, что участники получат не только море эмоций, всеобщее внимание, но и смогут почувствовать связь с прошлым. Особое чувство гордости, наверное, за то, что вообще сохранено моей семьей, потому что далеко не у всех остались костюмы, а я вот прям чувствую, что, ну, вот это, знаете, как соприкосновение с родом. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».